Доброе утро. Ну что, шторма закончились, речка успокоилась, и мы с вами на пляже Багратион в районе устья реки Псизуапсе. И вот сейчас прогуляемся тут малость. Покажу вам, что-то как изменилось. А тут есть изменения, как видите. Теперь кафешку можно даже обойти. Подойти к ней с этой стороны, посмотреть. Река намыла камней. Появилась определенная площадочка. Вот, посмотрите по факту. Видите, при хорошем вот таком вот дождике, может быть даже смерчи, вода снесет здесь окончательно. Сами понимаете, только вода чуть-чуть приподнимется, все отсюда быстро-быстро, и все упадет. Речка чистая, красивая. Прозрачная, я бы так еще сказал. Это были ступени, можно было посидеть. Держала бетонную плиту. Так это уже нет, точнее плита еще есть, но часть эта обломилась. Теперь у нас здесь три стоечки, держит в том числе колонну. Не удивлюсь, если под стойками все подмоет. Тоже. Ну пойдемте посмотрим, как изменилось устье. Река отступила, принеся сюда много-много речных больших таких вот булыжников. Намыла себе площадь. Вот этого все у нас была река. Вот сейчас мы идем некогда по дну реки. Идти крайне неудобно, ноги прямо подкашиваются, видите. Солнце светит, красота. Летают вороны. Немножечко чаек. А вот эта старая часть. Вот она рядом с нами пролетела. Прям хоть в мире животных снимай. А вот эта часть, которая была ранее намыта, тут камешки поменьше. Скоро эта часть тоже высохнет, река спрячется. Уступит территорию пляжу. И пляж, как вы видите, становится все шире, шире и шире. Все больше, больше и больше захватывает территории. Опять появляется полуостров. Его нанесло. Даже песочек будет. Сейчас мы зайдем туда, на крайнюю точку. Покажу вам весь масштаб. Стал пляж. Но не факт, что он останется таким до следующего сезона, когда вы приедете на следующий сезон, что будет все это так же, нет. Возможно, тут все еще поменяется. И не один раз. Но на противоположный берег теперь уже не перейти. Во всяком случае, сухим. В принципе, и раньше сухим-то мы не ходили в этом году. Надо было все равно немножечко так. Правда, вот видите, я вам не могу показать против солнца, как тебе искажается. Здесь вот вы уже представляете, какой стал пляж. Здоровенный, когда вот эта вот часть себя высохнет, здесь будет вообще очень круто. Много-много места. В несколько раз больше уже, чем было. Дерево со вставленным у него куском железа.
чистая, красивая. Бобулыжники здесь, конечно, жесть. На крайнюю точку погоняем немножечко чаек. Вот они убирают разгон и улетают. Народ на противоположном берегу тоже гуляет. Чайки. Я прошу прощения, но мне надо эфирчик. Камешек видно. Спокойная, но едет со стороны города. Речка более стремительная, но матовая. Вот такая вот красота, ребят, в районе Устья. Сейчас. Всем пока, всем до новых встреч.